Подходит как-то ко мне девушка у метро и говорит: «Слышь, нужны офигенные духи, быстро пойдем посмотрим». Ну, говорила она как-то не так, но примерно таким голосом. И посыл был посмотреть духи, послушать их, понюхать. Короче, поначалу я даже испугалась ее, думала, что это какой-то наезд, пока не вникла в смысл ее слов. Я ей говорю, что нет, мне не надо, спасибо. Она снова такие слова подбирает, вот что прям беги и иди. Это супер духи, оригинальные, но с огромной скидкой, потому что они из типа, ну, торгового центра, только типа спичечные. Главное, цену она не называет. Ну, скорее всего, она не будет их продавать там за 500-300 рублей. Она же говорит, что это оригинал. А где гарантии? Гарантии нет. Короче, я отказалась. Возможно, я бы и заинтересовалась ее предложением, если бы точно знала, что это оригинал, что она меня не обманывает, и если бы я не экономила. А когда я стала записывать свои доходы и расходы, я начала это делать. Экономить. А еще у меня есть офигенные любимые духи. Им уже год, а они еще не закончились. Это аналог известных брендов. Но суперстойкий, у него дешевая цена. Это не реклама, я просто сама пользуюсь, вот рассказываю вам. У меня вон уже какой затертый. При этом я пользуюсь им достаточно часто. Пахнет офигенно. Каждый раз, когда я им душусь, мне делают комплименты. Типа, ты очень вкусно пахнешь. Ага, я люто воняю вообще. Вашпея. Скунс, бля, вонючий. Ну, в общем, стоит эта баночка порядка 1000 рублей. И купить ее можно, ну, в интернете. Я покупала в салоне. А какие у вас любимые духи, которые вы ни на что не применяете? Пишите в комментариях.